Хрустящие пирожки с золотистой корочкой и сочной овощной начинкой внутри. Готовятся они из бездрожжевого теста с добавлением цельнозерновой муки и топленого масла. Выпечка выходит невероятно вкусной. Тесто для этих пирожков после выпекания получается очень хрустящим, отлично гармонирует с сочной начинкой из свежих овощей. А добавленная цельнозерновая мука придает выпечке массу полезных свойств. К тому же, опираясь на данный рецепт, можно готовить пирожки с различными видами начинок и при необходимости заменить топленое масло на сливочное или подсолнечное. При подготовке указанных продуктов учитывайте, что капусту кальраби можно заменить белокочанной, а яблочный и винный уксус – обыкновенным столовым. Для приготовления теста соедините в миске два вида муки, предварительно просеянной, и 0,5 часа л. соли. Часть белой муки из указанного количества оставьте на случай необходимости подмеса, 20-30 грамм. Влейте в сухую смесь уксус и вбейте яйцо, соедините компоненты. Добавьте топленое масло и разотрите компоненты руками до получения крошки. Влейте холодную воду и замесите мягкое податливое тесто, при необходимости добавляя муку. Готовое тесто поместите в холодильник минимум на 30 минут. Для приготовления начинки разогрейте на сковороде подсолнечное масло и пассеруйте на нем мелко порезанный лук. Добавьте смесь специй и прогрейте ее вместе с луком в течение нескольких секунд. Столовую лучковую фасоль, порезанную небольшими кусочками, добавьте к луку и потомите овощи на слабом огне под крышкой. При необходимости налейте на дно сковороды небольшое количество воды. Доведите фасоль до полуготовности и добавьте натертую на крупной терке кальраби, посолите и перемешайте начинку, потомите еще 3-5 минут. Добавьте в овощную начинку измельченную зелень петрушки и снимите сковороду с огня, остудите. Для ускорения этого процесса переложите овощи в другую емкость. Охлажденное тесто разделите на 14-16 частей и из каждой сформируйте круглую лепешку толщиной 3-4 мм. Выложите на одну половинку лепешки порцию начинки, оставляя свободными края. Накройте начинку второй половиной лепешки и скрепите края пальцами или с помощью вилки. Разместите цельнозерновые эмпанады на подготовленном противне и смажьте верх пирожков желтком. Выпекайте пирожки при температуре 190 градусов в течение 40-45 минут до золотистой корочки.